Всем добрый день. И мы сегодня на Кубани. Сейчас время у нас 16:27. Так. Там вот у нас старая Кубань, мост. Старая переправа, вернее. А мы вот на этой стороне. В тот раз мы были вот на стороне Адыгеи. А в этот раз мы на своей стороне. Вот так вот вода уже ушла. Там вот песочек, где в тот раз мы были, купались люди, а мы здесь рыбку ловили. Вот это как ушла, вот здесь вот все вода была. Сегодня выходной, рыбаков со всех сторон хватает. Мы вон тоже набрали удочек. Сейчас будем всю рыбу вылавливать, как обычно. Ни хрена не поймаю. О, что-то плещется сверху. Что там набрал? На червя решил? Будешь? Угу. На червя. И на опарыша? Угу. Короче, решил все. Нацепить сразу. Угу. Как рыбка плещется. Там вот как вода ушла. Вот в той части обычно рыбаки на лодках, а там он уже суша. А я сейчас с собой сапоги взяла. Как знала. О, плещется, как на солнышке. У нас сегодня погода отличная. Я даже взяла померить водичку. Сколько градусов. Александр уже первую удочку закинул, забросил, как правильно, закинул, забросил. Так, водичка 15 градусов. Водичка. Люди шашлыки там жарят. Ну что-то их прибирают. Шашлык. Они там единственные на лодке.